Ну что, начнем. Начнем разбор случая. Слушайте внимательно. Картиночка великолепная. Просто шикардос. Итак, доброго здоровья. Я продемонстрирую урок в школе здорового образа жизни. Разбор примера. Я уже как-то с вами разбирал, но люди приходят, уходят. А важно на этом канале и с помощью моих книг, если вы хотите чего-то такого достичь, ну для себя, полезного, прочного, надо смотреть, подсчитывать и прочее. Ну ладно, перейдем. Вот смотрите. Юзер. Опять пошли юзеры. ХХ1, СВ2, ДВ1В. 18 часов назад. Геннадий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы просили написать мне в электронную почту. Я написал. Кто написал, что написал, я не получил. Если вас не затруднит, пожалуйста, посоветуйте мне, что делать дальше. Дальше или с самого начала? Итак, не получается таки вылечить эрозию желудка. Ну, давайте вот сразу посмотрим. Эрозия желудка, что это такое? Ну, для себя, что это такое? Эрозия желудка. Вот, сразу написано. Эрозия желудка, диета, лечение питания, эрозия желудка. Какие лекарства принимать, отзывы, симптомы лечения, эрозия желудка, что это такое? Давайте, вот что это такое? Это острое заболевание желудка, при котором есть поражение слизистой оболочки, которые проявляются небольшими эрозиями, видимыми во время гастроскопии. То есть, ничего серьезного нет, просто слизистая поражена, это важно понимать. Это может привести к пищеварительному кровотечению, боли и биастрально, или остаться бессимптомным. Ну, здесь боли есть, да? Так, и далее вот интересно. Очень часто причиной является прием аспирина или нестероидных противовоспалительных препаратов. Так вот, это просто так, знаете, только опачки нам это самое. То есть для нас сейчас важно поражение слизистой оболочки желудка небольшими эрозиями. Эрозия. Ну, мне бы еще хотелось, что такое эрозия. Эрозия. Давайте, эрозия, чтоб было все понятно. Эрозия, что это такое? Эрозия от латинского разъедение. Поверхностный дефект эпителия, не затрагивающий базальную мембрану и подлежащие слои, заживающие, в отличие от язвы, без образования рубца. То есть, как бы, ничего такого нету. И смотрите. Посоветуйте мне, что делать дальше. Не получается вылечить эрозию желудка. Итак, вот пока на этом. Да, там дальше. Из-за этого ком в горле и тяжесть очень плохо. Слабо сильно. Ну, если пищеварение. Смотрите, слизистая оболочка желудочка. Эрозия, разъедение. Вот я вам не зря рассказываю и указываю особо. На то, вот у вас с желудком было все нормально. То есть, чтобы вы понимали причину. Причина, которая привела к этой эрозии. Было все нормально, а потом появилась вот эта вот эрозия. Вы сразу же прикидываете, а что послужило, что могло послужить. Вот действительно, либо вы там каких-то лекарств принимали, которые... Вот аспирин вроде бы, да? Аспирин разжижает кровь, да, будем сейчас мы его... Или какое-то более утоляющее средство, это у меня знакомый мой принимал, потом у него язва желудка там отвезли, там, то есть лекарства. Итак, было все нормально. Следите за моими мыслями. Было все нормально. А потом стало ненормально, появилась эрозия.
Вот важно, что стало причиной этой эрозии? Что стало? Думайте, думайте, что стало? Эту причину надо устранить. Тем более, она пишет, у самой за 2,5 года так и не получилось вылечиться. То есть причина не была устранена. Вообще на причину никакого действия не оказалось. Не было оказано. Фаршин? Вот поэтому и важно, как говорят у врачей, этот сбор данных. Человека опрашивают, а что было, что стало, что как. Так вот вы себя опрашиваете. Было нормально, стало ненормально. А что вы делали? А что почему? Грубо говоря. Теперь вот, грубо говоря, идем. То, значит, лекарства принимали. Либо же вы перенервничали слишком сильно. Перенервничали. Это тоже сказывается. Далее. Либо вы, грубо говоря, были на каком-то празднике и что-то такое перебрали с едой, сделали что-то вот такое неудобоваримое, что была поражена слизистая оболочка желудка и дальше. И, наконец-таки, вы ведете такое питание, да и образ жизни, ну, остановимся на питании, такое питание, которое напрягает ваш желудок. То есть в одной трапезе съедаются такие продукты, которые требуют особых условий для своего переваривания. И вместе это получается большая нагрузка на этот самый, на желудок, что эта пища находится и долго, вот, в горле и тяжесть, как раском, в горле и тяжесть, что приводит к тому, что у вас начинает этот пищевой сок, и вот эта субстанция, которая образовалась во время переваривания в желудке, действовать на слизистую и приводить к эрозии. Очень плохо, да, очень плохо. Сильная слабость это, ладно. Но тут еще дальше пишется, да еще и шум в ушах не дает покоя. А это что-то другое. Здесь у вас какое-то, ну, какое-то было воздействие, что еще и шум в ушах появился. Вот после чего шум в ушах появился, или все это как-то накатило. Вот здесь надо все это разбираться. Так, простите, но может вы сможете чуть облегчить мои страдания? Не я облегчу, а вы сами себе должны облегчить. Знаете, вот как правило, когда что-то у человека болит, редко кто-то очень сопереживает. Это, как правило, мама, если ребенок маленький и так далее. Вот и как-то. Так, у самой 2,5 года так и не получается вылечиться. Значит, что-то не так делаю, спасибо. Значит, не что-то так делаю. Итак, разберитесь в причинах, чтобы эти причины, вот я примерно перечислил, чтобы эти причины не продолжали свое действие. Если вы принимаете лекарства, значит, надо от них отказаться. Скажут, а вот в шуме в ушах, я же принимаю лекарства для того, чтобы не было шума в ушах. Я принимаю лекарства обезболивающие, чтобы у меня прошли боли в холке или там в спине, или еще где-то. Я принимаю лекарства, еще что-то. А как же тут быть? А вот как хотите, так и быть. А то вот так вот принимаю этот самый. Лечится грубо одно, потом получается другое, и потом вот так вот спрашивается, а что там такое? Ну, я думаю, насчет переедания вы там особо не переедаете. Да, и жидкости принимается до еды принимаются жидкости, для того, чтобы они не разбавляли ничего. То есть вы съели. Я уже в который раз повторяю вот это вот. Вы съели что-то, съели там, грубо говоря, котлету там или там картошку. У вас началось пищеварение, выделили соки, а вы только раз чайка, кофейка, компотика, кваска, лимонада запили. И что у вас? Желудочно-кишечные соки разбавились, а если еще холодные, вообще пищеварение остановилось. То есть вы сами себе нарушаете пищеварение и создаете проблемы для эрозии, чтобы вы понимали.
что вы делаете вот таким вот приемом пищи, который считается нормальным, жидкости принимаем после еды. Либо же вы что-то достигли, там яблочко, или еще какие-нибудь фруктики, или там земляничку, там это самое собрали, клубничку, и после всего, значит, еще съели. У меня существует книга, я очень много занимался питанием, очень много занимался. В результате, я считаю, написал лучший учебник по питанию, «Золотые правила питания», толстый. Читайте, читайте, иначе вас так полечат, что вы потом вообще не поймете, куда вам деваться и что делать. Итак, кое-что я вам рассказал, да? Теперь смотрите, слизистая оболочка желудка очень быстро восстанавливается. Для этого необходимо создать условия. Самое простое условие – ничем ее не раздражать. А именно, опять скажу, там у меня, вот если я начну голодать, у меня шум в ушах, слабость, я упаду и пропаду. И тут важно понять, либо вы пропадете быстро, либо вы будете пропадать медленно, либо же все это уйдет от вас. То есть, ведь опять-таки понимать, слизистой оболочке желудка надо дать отдых для того, чтобы она восстановилась. Восстанавливается она очень быстро. Трое-пятеро суток голодания снимут вот эти все эти там, и ком в горле уйдет, и тяжесть уйдет, и все там такое. Но вот потом, важно облегчить пищеварение. И я уже рассказывал, опять-таки, вот повторяю. Это монодиета. И в данном случае съедается что-то такое, чтобы особо нагрузки на желудок не было. То есть пищеварение шло быстро, легко и просто. Желудок может легко и просто переварить один продукт. Пусть это даже кусочек мяса отварного будет. Пусть это, грубо говоря, отдельно принято, это там картошка. Пусть это будет там отдельно принятые овощи, пусть это будут отдельно принятые тушеные овощи, ну а все это отдельно. А потом часика через два, а лучше через три, вы делаете там, грубо говоря, если вы съели тушеные овощи, и причем тушеные овощи как можно меньше специй, если овощи, либо свежие там. Очень хорошо влияет на заживление желудка это соки, свежевыжатые соки, моркови, стаканчик, медленно процедили, а потом уже что-то остальное будете принимать. То есть монодиета позволяет вам облегчить нагрузку на желудок и способствует тому, что он начнет восстанавливаться. И очень хорошо в это время, смотрите, использовать действительно соки, которые способствуют восстановлению желудка. Это, как правило, морковный сок. Пускай это будет, ну вот, яблочно-свекольный. Фруктовые кислоты могут раздражать слизистую, поэтому, как бы сказать, они нежелательны. Ну ладно. И очень хорошо принимать средства, которые обволакивают. Вот, допустим, даже там чай из лопуха, чтобы выделялась вот эта слизь. Когда чай из лопуха вы делаете, он приобретает это. Использовать кисели. Кисель отдельно, стаканчик приняли. Разного рода, значит, кисели, обволакивающие вот такие. То есть это пойдет хорошо. И, допустим, какие-то каши, там рисовая каша, картофель. То есть вот этим попитаться для того, чтобы это все у вас исчезло, не раздражалось. И вот эта вся эта эрозия куда уходит? Но! Если у человека, это что касается питания, то есть питание, значит, более такими слизистыми продуктами, здесь можно и кисломолочное применять, здесь можно даже и тоже молочко применять, но, грубо говоря, каши, особенно рисовая, особенно вот картофельная пюрешечка, такие нейтральные тушеные, допустим, овощи, возможно, даже капуста там тушеная, соки, но все это по отдельности. И даже можно там
изредка там, ну туда дальше, грубо говоря, примерно денька 3-4-5 попитались вот этими кашами отдельно, а потом уже можно разок там где-то включать мясцо, или там включать, лучше всего, да, можно пить сырые яйца, тоже отдельно сырые яйца, чтобы это все только раз обволакивало вас, ну, способствовало заживлению, или там яичинку кушать, или, грубо говоря, лучше всего, конечно, тогда подойдут отварные куриные яйца в смятку, парочку яиц раз, заглотили, без соли, без всего там. Что касается питания, далее, это умственное настроение. Если у вас, вы о чем-то переживаете, то все эти переживания, они сосредотачиваются в середине нашего организма. А середина нашего организма – это вот здесь как раз желудочек. И пока вы от забот, от разного рода разочарований, там, ну и прочего негатива не избавитесь, не успокоитесь, а тут как раз шум в ушах. Шум в ушах – это о чем говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, давление понижено. И человек принимает таблетки от давления, наверное. То есть важно успокоиться. А для того, чтобы успокоиться, гуляйте. Гуляйте часика полтора, так сказать, по природе. Такая, опачки, пошли. Смотрите на красоты природы, любуйтесь. А не переваривайте вот это вот, не жмакайте в себе эти мысли, что надо за ЖКХ заплатить, что-то там, грубо говоря, с родственником не так, что-то еще. И постоянно это сосредоточение, естественно, вот оно одно способствует тому, что дырявит и портит наш желудок. Так что если хотите избавиться от этого, значит, надо умственно восстановить себя, эмоционально восстановить себя, радоваться, а не то, что облегчить мои страдания. Вот очень важно понимать, как вы загнали себя вот в эти страдания. Вот до меня давным-давно дошло, что человек сам себя с помощью своего же образа мысли, это жизни и мысли, естественно, загоняет вот в такие вот рамки, где начинаются эти страдания эмоциональные, потом физические или физические, потом там эмоциональные и прочее. И жизнь, естественно, не в радость. Читайте мои настрои, пойте мои песенки, радуйтесь, потому что радость – это великое исцеляющее лекарство, которое способствует нормализации как эмоционального фона, так и энергетики, и за счет всего остального, значит, и тела. Еще разок давайте с вами повторим. Первое – это вы садитесь и разбираете свою собственную жизнь. У вас не было этого эрозии желудка, а потом она появилась. Что произошло? Шаг первый, который приводит к тому, что вы понимаете истоки своего заболевания, которые надо устранить. Шаг второй, вы уже работаете над этим, то есть вы устраняете вот эти причины, которые могут быть. Плюс, если вы хотите действительно вылечиться, вы либо голодаете, только опачки, и поголодали. Почему поголодали? Я вам объяснил. Голодание быстрее всего восстанавливает слизистые оболочки. Восстанавливает. Может быть, конечно, тяжело там. Может быть, предварительно до голодания почистить кишечник, чтобы не было такой интоксикации. Хотя бы почистить кишечник с помощью клизмы. Значит, устраняем. Далее мы понимаем, для того, чтобы слизистая восстанавливалась, желудка, надо облегчить работу желудка. Это способствует. Для этого мы используем монодиету. То есть один продукт за один прием пищи. Где-то это неделька-две, может быть, даже больше уйдет. Далее мы из этих монопродуктов еще выбираем те, которые лучше всего
в данном случае воздействует на слизистую, а именно соки, морковный сок, далее там, допустим, чаи, которые обволакивают. Да, кстати, там не было сильного какого-то отравления или еще что-нибудь такое, с рвотой и прочим, прочее. Руборы обволакивают, там, чай там из лопуха, там, знаете, успокаивающие есть из липы, успокаивающие такие хорошие чаи из спарыша. Используем кисели для того, чтобы это все обволакивалось. Кисели. Далее из продуктов используем то, что легко переваривается и обволакивает. Это, как правило, хорошо разваренный картофель, мяточка, картофель, да, немножечко туда топленого маслица, все это вкусненькое. Только раз, да, и дозу, не вот такую вот дозу, а вот такую вот, чтобы все это мы съели, знаете, она не вызывала ни тяжести, никаких неприятных вещей, только раз. И потом, грубо говоря, следующий прием пищи через 2-3 часика делаем. Можно использовать, значит, овощи, но тут надо подобрать овощи. Фрукты нежелательно, потому что вот эти фруктовые кислоты, но в любом случае можно попробовать. Фруктовые кислоты, они способствуют тому, что могут, как бы сказать, разъедать и так далее. Далее, что касается белковой пищи, мы используем белок куриного яйца. Лучше всего это будут приготовленные в смятку куриные яйца. Отвариваем. Чтобы они были тепленькие и в серединке они были, будем говорить, еще сырые. То есть по краям у нас что-то там взялось, а в серединочке все это там такое. И в тепленьком виде употреблять. Желудочек очень-очень-очень радуется вот такому, как раз это бальзам для него и лечение. Так, вот это уже все рассказал. Далее, спокойное, уверенное пребывание в течение дня, чтобы было спокойно, уверенно, вы себя чувствовали, ничего вас не раздражало. Плюс прогулочки, раз, часика-полтора желательно, чтобы вы вот как раз, грубо говоря, там с утра, там если что-то там, грубо говоря, там, допустим, даже того же молочка там теплого выпили, или свежего там морковного сока там выпили, и пошли на прогулочку, прогулялись. Вот, спокойное, чтобы у вас вот эти ваши мысли, ваши заботы не дырявили вам желудочно-кишечный тракт. Ну и плюс, теперь остается, если вы еще принимаете лекарства, значит подумайте, как от них отказаться. В противном случае, вот тут ничего не сказано, ни до, ни что, ни после. Вот я болею, и все, и вот помогите мне, вот я болею, как кто-то написал, аллопеция. А я задал вопрос, а что было перед аллопецией? То есть, вот, грубо говоря, волосы были нормальные, а потом бах, плешь образовалась. Что было? Что? А помогите аллопецию, и все. Так вот та причина, что была, вот на нее-то и надо воздействовать. А не то, что мы сейчас будем что-нибудь там натирать или еще что-то там действовать. Так точно и тут, ничего не сказано. А человек может принимать лекарства, и вот это все доходит, и он теперь только обращает внимание, вот это начало беспокоить. Решать надо эти вопросы, потому что принимая вот эти все лекарства для того, чтобы подавить боли, как мой знакомый, потом у него язва. Другой, значит, чтоб вот это вот, что-то там с головой у него нормально было, тоже там принимает, а потом у него начинаются там разного рода проблемы. Вот, плюс для разжижения крови советую там, или подавление температуры, аспирин и так далее. Ну, уже даже медики знают, что к чему приводит. Поэтому работайте над собой. А не то, что уже случилось, и я хочу дальше буду и лекарства принимать, а чтоб еще и желудок не болел.
Но я думаю, значит, что-то не так делаю. Вот из всего вот этого вот круга, из всего вот этого круга, что я тогда, значит, перечислил, уже становится ясно, что надо бы сделать, что явилось фактором, приведшим к эрозии этого желудка, и что дальше продолжается. Продолжается, и человек не поймет, что там делать. Как бы сказать, в защиту данного пользователя, я могу сказать следующее, что, конечно, когда люди не понимают, они могут предполагать все, что угодно. Взять даже Илью Мечникова, который, вот, грубо говоря, изобрел иммунитет и рассказал о роли, значит, там, микрофлоры, рассказал о роли, что надо, вот, повторю, что кисломолочное хорошо использовать определенного качества, там, допустим, там, закваска там разная, чтобы она вроде не такого кислого была, обволакивала. Ну, это я уже перечислил. Вот сидите и слушайте, вот записывайте, что там я сказал, чтобы это самое. Так вот, вернемся к Илье Мечникову. Болгарская вот эта закваска или кисломолочная, вот она там нормализует там микрофлору, то есть все пятое, десятое делает. А вот в толстом кишечнике, мол, микрофлора это там размножается какая-то, может быть, такая-сякая, вредная. Поэтому он такую, знаете, дал лауреат, по-моему, Нобелевской премии вот, Мечников. А давайте вырезать толстый кишечник, потому что он якобы не нужен из-за того, что он рассадник вот этой всей микрофлоры. И вы будете жить долго и счастливо. Чтобы у вас вот такого вот не было, а, грубо говоря, современная медицина, она примерно к этому пути и идет. Вот что-то там порекомендовало, что у вас тут, да, еще шум в ушах, да еще слабость, да еще что-то. И вдобавок запортило там желудок, и живи как хочешь. Как говорится, будьте мудры, как змеи. Помните, кто сказал? Рассуждайте, анализируйте, что, что, от чего. И тогда будет успех. А в противном случае, вот и все будет это самое. Одни страдания, которые будут вам пытаться облечь, при этом приводя к еще более изощренным и худшим страданиям. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.